Дорогие мои друзья, мои уважаемые подписчики, приготовила сегодня вот такие вот слойки. Взяла, купила готовое дрожжевое, бездрожжевое тесто, слоеное. Порезала его вот такими вот. Вот такими вот я. Прямоугольничек. И вот так вот пополам, наискосок. Сверху положила яблочки. Посыпала их сахаром, смешанным с корицей. И края немножечко смазала желтком. И все, выпекать 30 минут в духовке. Духовка нагрелась до 190 градусов, выпекать 30 минут. Вот еще сварила с яблочками компотик вот такой вот. Вот он прям аж пар идет из него. Жду сына, должен прийти ко мне сегодня. У меня там что-то с компьютером случилось. Должен прийти мне починить. Ну, так вот, мои дорогие друзья. Вот такой у нас сейчас будет сладкий стол. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моими видео в соцсетях. Всего вам доброго, до свидания.